Краснодаре на базе Кубанского государственного технологического университета прошел региональный этап 5-й открытой Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. За определенное время с помощью 3D-ручек ее участники создавали сюжеты по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. А НАПУ представляли три команды по 2 человека в разных возрастных группах. Впервые учащиеся станции юных техников заняли призовое 2-е место по направлению творческое объемное рисование в старшей возрастной группе. Илья Андреев и Евгений Котов сделали объемные фигуры. Лебедь махал крыльями, а у князя Гвидона двигались руки, в которых был лук. Ребятам вручили дипломы, медали и кубок. Подготовил и представлял команду педагог дополнительного образования Кристина Юсупова. Команды младших групп, которые участвовали в Олимпиаде впервые, получили неоценимый опыт и необходимые знания. Поздравляем призеров и участников Олимпиады и желаем им новых побед!